ЧП на Балхаше. В Карагандинской области на льду озера обнаружен автомобиль, в салоне которого находились 4 обгоревших трупа. Об этом сообщил сайт minnews.kz со ссылкой на полицию. 12 января в полдень в Актагайском районе в салоне автомобиля УАЗ-390, стоявшего на льду озера Балхаш, в 25 километрах юго-восточнее поселка Шашубай, обнаружены обгоревшие трупы 4 человек, 2 мужчин и 2 женщины, сказали в полиции. Проводится расследование, тела отправлены на экспертизу.